you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazing Roleplay, первый сервер. Мой не Кирилл Путбуль, и сегодня мы поработаем таксистом. Давно мы не работали таксистом, на самом деле, но это прикольная работа, мне именно нравится то, что ездить на вызовы. Вот самое крутое — это ездить на вызовы, то, что выезжаете. Ну, главное, чтобы вас дождались, конечно, когда вас вызывают. И у меня есть к вам очень большая просьба. Я задумываюсь над тем, чтобы прийти какую-то организацию, чтобы там снимать будни, потому что вот это, думаю, надоело, вот это казино, вот эти работы и так далее. Думаю, пойти в какую-то фракцию. На самом деле хотелось бы в ДПС, ну, или в УПГ какое-то. Не знаю, я еще думаю, или у кого есть, может, какие-то предложения, то пишите мне в ВК, ссылочка будет в описании, если что. Или пишите в комментариях, в какую мне организацию пойти, там, в УПГ, в мафию. Я думал о том, что пойти или в русскую мафию, или в ДПС, или в какой-то ОПГ. Ну, пишите в комментариях, в принципе, куда вы бы хотели смотреть, ну, куда бы вы хотели, чтобы я вошел, и будете ли вы смотреть будни какой-то фракции вообще, на самом-то деле. А то я не знаю, без понятия. Так, давайте подождем, пока будет зеленый сигнал светофора. Сейчас устроимся в такси. Ну, реально, я просто задумался над тем, что... Вот что-то в ДПС хочу пойти, чтобы патрулировать, как бы, типа, не знаю, блин, как бы, я же бандюган, как бы, поэтому идти в ДПС, не знаю, блин, ни разу не был в таких, ну, в ППС, в ДПС ни разу не был. Был в госорганизациях, это СМИ, больница, там, администрация Арзамаса был, а именно прям мусорские, короче, фракции, я там не был, как бы, ну, поэтому я хз. Не знаю, может, в администрацию области пойти, хрен его знает. Пишите в комментариях, в принципе, у кого есть предложение, там, не знаю, может, это девятка или лидер, у кого есть предложение, тоже пишите, в принципе. Я бы, конечно, не хотел на девятку, ну, смотря куда, конечно. Я бы хотел, на самом деле, ФСБ, но, может, после ДПС, если пойду в ДПС, там, поднимусь до, какой там надо, пятый ранг, по-моему, то тогда можно будет пойти в ФСБ переводом. Ну, там, по-моему, прям жесткая проверка идет. Ну, хз, посмотрим. Ну, все равно обязательно пишите в комментариях, куда бы вы хотели, чтобы я пошел. Так что, как-то так. Сейчас поехали, возьмем такси. Так, тачки есть. Надо сюда спуститься. Бенки стоит, БМВ, так. Походу, читер здесь погулял, я так понял. Так, я 250 поставил, так чисто. Вообще, всегда 500 стоит, но... Поставлю на один день 200. У вас нет ключей. А. Забываю, что надо устроиться сначала здесь. Окей. Вы устроились на работу. Без проблем. Так. Сейчас будем принимать вызовы. Надеюсь, они будут хотя бы. Такси. Так. Погнали. Погнали на спаун. Там в основном все таксисты тусуются как бы на вокзале. Да и в жизни тоже, я думаю. Поэтому поедем туда, может кто-то, какой-то рыжик там сядет. Так, я решил поставить цену 100 рублей, как бы, ну это мой таксопарк, если что, смотрите, вот. Это мой таксопарк. Поэтому я решил поставить 100 рублей, чтобы, ну как бы, побольше людей повозить, потому что не все готовы заплатить там 250 рублей. Я думаю, сотка прям будет по дешману, и все захотят, в принципе, сесть и проехаться, как бы. Суть моя не навариться, а просто мне по кайфу работать, на в такси именно. Я не хочу там навариться на деньгах, на игроках. Мне это все равно, я просто для души работаю, и, в принципе, мне это нравится очень. Так, вот мы уже подъезжаем к спавну. Спавн у нас Арзамаса. Так, светофор, вон рыжий, кстати, бежит. Может, ему такси надо. Во, рыжик сел. Куда? Куда? Во, сразу рыжик сделал. Так. Куда тебе? Артемка. Колиман. В шахту. Окей. Так, давайте развернемся и отвезем его на шахту. Я же говорил, видите, 100 рублей ставите. Ну и сразу рыжик прям бежал. Наверное, увидел, сколько такси стоит. И думает, ебать, халява. Ну, потому что по всему серверу нету такси за 100 рублей. Вообще. Там минимум это 400 рублей.
за 300 даже нету. Вот 100 рублей как бы по дешману вообще получается. И четко Рыжик доволен. За 100 рублей сейчас его быренько довезу. Вы заработали 10 рублей. Окей. 3 километра. Нормалек. Стантер там юный. Юный стантер. Так, давайте притормозим. Мы же, по идее, штрафы получаем, я так понимаю. Такси-таксист. Чё чувак выпал? Или деньги закончились у него, или хрен его знает. Что-то он выпал. Лол. Калиман. Поехали. Я не знаю, чё он выпал. Чё он выпадает? Чё за дичь? Ладно, он лопнулся. Не знаю, либо у него что-то с интернетом, или хрен его знает. Ну, короче, он решил нас покинуть. Ну, ладно, в принципе, как он хочет. Пусть так и будет, ладно. Сейчас поедем, еще кого-то найдем. Я думаю, вам надоели серийки уже про казино, блин, как бы. Я за 2 дня слил 3 миллиона в казино. По-моему, даже чуть больше. Ну, в принципе, да, до хрена я денег слил в казино. Поэтому это вообще хреново. Подождите, это таксопарк тоже работает? Это бизнес считается? Мне интересно просто. Реально? Это бизнес? Оказывается, 4 таксопарка всего лишь. Я думал, их 3. Их 4 вообще. Лол. Вот это прикол, конечно. Tom Fresh. 400 рублей. Видите, за 100 рублей нигде нет такси. Я не знал, что здесь такси есть вообще. Вот это поворот, конечно. Ладно, давайте постим, подождем, пока кто-то к нам сядет. Подписчик меня, походу, узнал, пишет фейк, я пишу нет. Он пишет, снимаешь, говорю, серия, да. Передаю привет Коле Хлазунову. Так, передал. Передал тебе привет. Спасибо заранее. Да не за что. Подписона встретил. Лол. Удачи в серичке. Спасибо. Что-то никого нету, кстати. Я знаю, какое будет крутое обновление для такси. И это будет очень круто. Я просто видел скриншоты, как бы там. Я смотрю в одной конфе, где там модпак делают, обновы есть. И я видел крутое обновление для такси. Это реально будет очень круто. Такого я еще, в принципе, вроде бы не видел. Ну, я, конечно, на Радмире там не играю, на Дамарске тоже не играю и так далее. Может быть, такое есть на каком-то другом сервере, но я такого еще не видел. Это очень будет круто. Спасите, ублюдок, за то, что протаранил мою машину. Красавчик прям. Так, ну, никого пока что нету. Давайте, не знаю, может, поедем на ферму. Либо по городу покатаемся, может, там кто-то будет. Было бы круто, на самом деле, если бы не модпаки такси заменили, потому что, ну да, Волга прикольная, конечно, если бы сюда поставили какую-то, не знаю, Шкоду там, или какую-то Форд, не знаю, было бы тоже прикольно. Я решил в больничку подъехать, может, тут кому-то такси нужно, как бы. Так. Что тут за сборище таксистов? Ёптер. ХЗ вообще. Реально я ХЗ, что они тут творят нахер? Да, что-то они с ума сошли походу. Прям сошли конкретно причем. Ебать, какой даун, пиздец просто. Какой даун. Ладно, поехали отсюда. Блин, ну заказов вообще что-то нету. Мы не знаем, может, объявы кем-то, что работает такси там, типа, или хз. Хотя ладно, давайте так поработаем, может, нам кто-то и вызовет наше такси. Так, вот я на ферму, короче, приехал, но, блин, какие-то станы рыжие, как бы, у меня стоит 100 рублей. Итак, я был на ферме, там, короче, никого не было, и я принял вызов, короче, мы сейчас едем в Южный, и там возьмем вызов, нас вызвали, короче, и сейчас мы едем, заберем чувака и отвезем его, куда ему нужно. Чувака только что убили, лол.
Так, судя по всему, он находится на 8 бит. Я сменил уже тачку, на ферме я приехал, никого не было. Потом приехал в Южный. И потом меня вызвали к Анашану. Я отвез чуваку, я это не снимал, в принципе. Блин, а чувак уже стоит. Давай проехать дать. Блин, дальнобойщик что-то затупил. Наверное, в чат дальнобой матерился просто. Так, механики тут гоняют. Да, он на 8 бит находится. У нас, в принципе, дешевое такси. Так что нам все четко. Так. Давайте подъедем на чекпоинт. И здесь, видимо, никого нету. Вообще. Да уж. Кто нас вызывал, его нет. Тут есть еще вызовы. Семен. Дайте поехать. Съебались. Садись. Поехали. Куда ему ехать? Так. Куда? Было бы неплохо, если бы они сами метки ставили. Дальнобойщики. Хорошо. Так, все, поехали. Отъезжем вон на дальнобойщики. В принципе. Нашей бричке. Блин, у меня уже 11 штрафов, надо будет оплатить обязательно, потому что, блин, так и права скоро заберут. Ну, блин, ему проще было попросить кого-то из дальнобоев, чтобы они его подвезли, как бы, ну, в принципе, его решение. Кстати, вы заметили, когда кого-то везешь, его в машине докидывает. Это у него деньги заканчиваются. Короче, я так его купил. Да, это деньги заканчиваются, потому что двоих подвозил. Одного возле батареи выкинуло, им на шахту нужно было. Одного прям перед шахтой выкинуло. Деньги у них заканчиваются, поэтому они их выталкивают с машины. Ну, в принципе, это прикольно, но жалко их как-то, они как бы сесть потом не могут. Надо им деньги давать, чтобы они сели обратно, короче. Немного непроработанная система, но, в принципе, и так нормально. Так, вот мы почти доехали, я его почти довез. Там чуваки, короче, в семье переписываются. Чувак только что 3 миллиона за 20 минут слил. А я слил 3 миллиона за 2 дня. Ну, короче, казино это полная дичь. Так, удачи. 840 рублей мне заплатили. В принципе, неплохо. Хотя я уже успел машину заправить, потом успел ее разбить, и я обратно в плюсе на косарь, в принципе. Можно как бы заработать на этом. Так, чувак какой-то вызвал такси, где он находится? Батарея где-то. Не знаю, находится он там или нет, сейчас заодно заскочим на вокзал. Так, ну светофора тут нету, как бы я хз. Какой там горел, красный, зеленый. Так, тут красный, это понятно. Дальнобойщик тут стоит. Так. Поехали. Только мне сюда надо ехать, а ему прямо. Да, какой-то петушара взял мне тачку, разбил. Какое ублюдок, блядь. Как работать начать таксистом? Да. Устройся сначала, чувак. Куда тебе? Куда тебе, чувачело? Сергей Лунин. Нагрузчика. Окей. Без проблем. Сейчас поедем на ручку, тебя отвезем. Бобик поехал на спаун. Сейчас Рыжика будешь попить. Так, я решил его повезти сюда. Хотя можно было там повезти, но я что-то затупил. Забыл, что там есть. Грузчики. Вот это я зашел, только что опасно. И как бы еще быстро еду, чтобы, ну, как бы быстрее довезти. Вот здесь работа находится. Чувачело, алло. Приехали. Приехали. Ладно. Блин, задолбал здесь чувак. Просто с машины выйди, и оно само даст. Так, калинг. Опа. Все, поехали. Блин, чувак, я же чекпоинту подвез, что-то не устроил. Ладно, это его проблема, в принципе, куда он там ехать. Давайте посмотрим.
Южный, да? Окей, сейчас поедем. Блин, как же я кайфую от этой работы, реально, блин. Вообще охрененная работа таксиста. Прям кайф. Вот это именно когда вызовы принимаешь, когда просто ездишь, ищешь клиентов, вообще, ну, полная дичь на самом деле. А когда вот вызывают, и ты едешь на вызов, это, блин, очень так прикольно. Ты так спешишь, короче. Дай проехать, ёпта. Бимер ты, саны. Нихера себе. Ух ты, блин. Вот это у него лагануло. У меня пинг 64, это у него лагануло, не у меня. Да, надо будет машинку починить, сервис отвезти, потому что... Да уж. Пришлось и нормально поработать сегодня. На, как я BMW наказал, блядь. Хам 3 двойки вообще. Стоячего сделал, блядь. Просто как стоячего его. Так, отбежаем. Смотрите, BMW натянул просто на такси. Смотрите, сейчас тапку в пол дам. Ушел просто в точку. Сейчас давай, проскочи. Фу, проскочил. А BMW чуть не втурили. Ну, блин, вога вот это быстро очень, кстати. Ой. Сколько у меня там максималка? 115, по-моему, или 112. Так, красный мы соблюдаем. Конечно, опасный я, таксист. Давай зеленый, ёпта. Во, поехали. Соблюдаем обязательно ПДД, как бы, ну. Таксист какой-нибудь соблюдает ПДД. Ну, это, конечно, нормально. Но все же, так. У нас он вызывал такси. Здесь никого нету, да? Это он вызывал? Или нет? Мне интересно. Походу он. Куда? Он еще с сигарой такой блатной сел сзади. Куда тебе, алло? До вашей базы. До базы такси. До базы такси. К вам устроиться хочу. Хорошо. Окей, сейчас отвезем. Странный клиент, ну ладно. Блин, у нас 13 литров бензина, я думаю, нам хватит, чтобы доехать, в принципе. Максималка у него, кстати, 117 километров. Вообще мощь просто. Так, мы уже приехали, в принципе, батыль бы так, зеленый. Че, сейчас будет в чат семьи, блин, что-то сейчас его, походу, выгоним. Нельзя так его делать, тем более капсом. Сейчас уже подъезжаем, я его высажу, возьму еще другое такси, наверное. Так, моя BMW стоит, да. Приехали. 770 рублей. Вообще на вид так. Берем другую машину. И идем дальше устраиваться. Куда? Так. Дуаю. Администрация Южного. Окей. Погнали до администрации Южного. И люди, видите, сами даже садятся в тачку спокойно и едут с нами. Привет, YouTube. Походу, подписчик. Артём Елов. Что-то знакомое. Киря, ты тут? Да. Меня везет. А, это с моей семьи, чувак. Тю, блин. Я думаю, что-то знакомый ник у него. Это, по-моему, Азимов раньше был. Теперь это он фамилию взял. Так, ну ладно, сейчас доедем, в принципе, и продолжим. Так, вот мы уже доехали. Удачи. Видите, вообще дешево. Ну, почти косарь он заплатил за то, что его довез. В принципе, ну, недорого, как бы, за 100 рублей проезд. Вообще все четко. Ну, в принципе, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на CRI. Ждите новых серий. Всем пока-пока.